Встречайте! Спасибо! Прекрасного вот этого фестиваля, замечательного действия. Господи, какое счастье видеть вас. Спасибо. Я знаю, что вы сюда приехали люди не только из Санкт-Петербурга, из Москвы, из Саратова, из Вологды, из Череповца. Если кого-то не назвала, вот мне уже подсказывают. Вологда, Череповец, Ижевск. Пермь! Вот это Санкт-Петербург родной. Спасибо. Сургут, Калуга. Москва. Спасибо. После вот этой затянувшейся паузы мы наконец, у нас прекрасная, уникальная возможность попеть и вспомнить тексты, вспомнить аккорды, вспомнить мелодии. Я очень надеюсь, что вы в этом нам будете активно помогать. Ну... Видите, техника, она тоже отвыкает работать после долгой паузы, после всяких коронавирусов, отключается самопроизвольно, забывает, где у них выкл, а где выкл кнопки. Сейчас поменяют мне батарейки, и мой божественный голос разольется в этой божественной природе. Да, вот, все в порядке. Спасибо. Спасибо, Денис. Поехали, ребятки. Порадуемся и порадуем других. Спасибо.
Роман Квачев, труба. Спасибо, Роман, что ты не забыл сыграть это соло.